Добрый день! Сегодня мы посмотрим на очередную круглую или шарообразную головоломку. Компания Funxin выпустила вот такое вот чудо. Puzzle Cube Ball или Basketball Puzzle. Код товара здесь можно видеть FX8804. До 3 лет играть не рекомендуется. Я как увидел вот это чудо, сразу захотелось купить, стоит очень дешево. Поэтому, а здесь даже есть инструкция, я приобрел. Главный недостаток шарообразных головоломок в том, что они катаются. Ну, может быть, для кого-то это преимущество, но их достаточно сложно хранить. Вот у меня есть здесь подделка под сферу Марусенко и шарообразный Иви Куб. Вот так, для примера. Он, кстати, меньше их всех. Давайте посмотрим инструкцию. Это редко. Такое встретишь. Стой, не катись. И инструкцию мы видим как раз на шарик. То есть здесь вот эти полосочки. Так плохо, так хорошо. Все рассказано. Но мы сейчас в нее особо не вникая, попробуем собрать головоломку самостоятельно. Понятно, что это не что иное, как шейпмод кубика 3х3. И сделано на базе крестовины именно 3х3. Если вот брать диаметр, то он такой же, как у кубика Рубика. Остальное просто срезано и, ну, заменено вот на такую круглую форму. Поверхность действительно как у баскетбольного мяча. Предлагалось там, по-моему, три цвета. Синий, красный, вот такой вот оранжевый. Он больше всего похож на баскетбольный. И что интересно, я сразу заметил, очень похоже на то, что шарик-то раскрашен вручную. То есть видны дефекты, неровные мазки. То есть здесь видим, что здесь промежуток меньше, а здесь больше. Ну, либо ручная работа, либо трафаретик у них какой-то был не очень надежный. Ну, а может, машина так криво нарисовала. Не знаю, но выглядит очень, что кисточкой вручную кто-то разукрасил. Здесь можно сделать пиф-пафы. Один, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Ну и как на трешке, ничего от этого не поменялось. Что я уже заметил, то что вот есть два центра вот с такой вот фигуркой, да, остальные центры с вертикальными полосками. Ну и понятно, что нужно начать с какого-то из этих центров, когда собираешь. Форму не меняет, абсолютно шарообразная головоломка, но на элементах есть рисунок, и это должно нас защитить от псевдопаритетов. А наверное, будем на это надеяться. Может быть и должно, но учитывая, как криво здесь все нарисовано, я предполагаю, что вот этот уголок можно легко поменять местами, и это будет незаметно. Так что псевдопаритеты все-таки будут. Ну давайте перемешаем да посмотрим. Вращается как-то так сухо. Я не очень люблю шарообразную форму, да, как не очень удобно ее вращать. Но перемешанное выглядит не страшно. Если мы возьмем тоже там яблоко, лимон, они меняют форму при перемешивании. А так. Вот. Что-то такое получилось. Где направление совпадает, кажется, что собрано. Где нет, кажется, что все какое-то такое абстрактное. Давайте сильно не будем вникать в справедливость рисунка. Если похоже, то будем оставлять как есть. Понятно, что нужно сначала собрать крест. Ну, либо с этого будем начинать. Вот здесь один ус хорошо стоит. Нужно еще. Другой. Еще. Ну, вот здесь как-то кривовато подходит. Давайте поменяем на что-нибудь другое. Просто чтобы было посимпатичнее. Опять же, сильно
над этим заморачиваться не будем. Но вот крест готов. По сути, это 4 одинаковых ребра. Дальше. Здесь полосочка совпадает, центр разворачивать не нужно. Здесь не совпадает, поэтому поднимем, отведем в сторону. Поставим вертикально, подведем ребро и вернем на место. Ну, вроде как получилось вертикально. Дальше нужно развернуть вот этот центр. Все делаем как на обычных шейп-модах 3x3. И вот это разворачиваем. Здесь, судя по всему, не придется делать OLL и PLL. Не придется же. Так, давайте дальше. Уголки у нас уже все на своих местах стоят. Давайте посмотрим, можно ли их поставить по-другому. Да, можно. Вот рисунок другой. Но нам нужно, чтобы полосочка была вертикальная. Так, углы все на местах. Дальше. Вот здесь это центр. Это ребро стоит правильно, это ребро тоже. То здесь рандом. Либо правильно будет стоять, либо неправильно, так как все ребра одинаковые. Ну, ребра второго слоя. Хотя невозможно и все одинаковые. Ага. Ребра второго слоя должны быть вот такие, с такой полосочкой. А ребра третьего слоя, ну и первого, с полосочкой вдоль. Здесь полоска поперек, а здесь полоска вдоль. Значит, просто устанавливаем по местам. А причем используем алгоритмы, которые не нарушают ориентацию центров. Если вы привыкли к ромашкам-лесенкам, то здесь вам они не помогут. Так, дальше. А, вот это ребро сюда не подойдет, так как у нее полосочка вдоль, а нужна поперек. А где у нас полоска поперек? Вот полоска поперек. Так, так. Ее ставим на второй слой. Да, здесь можно было и F2L использовать, но у меня уголки сами как-то собрались. Смотрим первые два слоя. Вроде все готовы, все полосочки совпадают. Вообще, здесь получается только рисунок-то и надо совместить. Форма одинаковая. А дальше. Ребра стоят правильно, а неправильно они стоять не могут. То есть нам ориентировать здесь ничего не нужно. А вот уголки могут разворачиваться. На самом деле ребра можно, видимо, ориентировать, но они зеркальные, поэтому не важно, как они стоят. Ну, давайте разворачивать уголки. Этот уголок стоит на своем месте. Переставлять уголки смысла нет, поэтому будем только разворачивать. Ну, пиф-пафами. Вот это верхний слой, я его влево отвожу. И нам нужно, чтобы вот этот уголок соединился с полосочкой вот так. Будем следить за этим. Каждые два пиф-пафа будем проверять. Пока нет. Еще два. Ну, теперь нормально. Мы сделали 4 пиф-пафа. Подворачиваем следующий. Он стоит правильно. Еще один. Делаем тут еще два. Дальше смотрим. Так, здесь все восстановилось. Здесь стоит хорошо. А, ну в принципе и все уголки уже стоят хорошо. Да. Получается так. Но какую теорию я бы проверил? Сейчас головоломка выглядит полностью собранной. Но, как я говорил, вот эти два уголка, вероятно, можно поменять местами. Давайте сделаем 3 пиф-пафа. 2, 3. У нас вот эти уголки поменялись. Но вот эти вот поменяли свою ориентацию. Попробуем, теперь у нас получится их ориентировать как нужно. Скорее всего, да. Так как этот псевдопаритет нам переставляет углы. Тут должно получиться. 2 пиф-пафа. Мало. Еще 2. Хорошо. Подворачиваем. И тут должно хватить 2 пиф-пафов.
Да, всего хватает, а псевдопаритетов здесь не будет. То есть очень простая головоломка, приятно держать в руках. Я думаю, если его слегка посмазывать, то будет вращаться получше. Но за те деньги, что за нее просят, вполне достойное исполнение. А текстура очень приятная. Если вот эта краска не будет стираться, то вот можно такой мячик приобретать и эксплуатировать. А понятно, что вряд ли кто-то будет собирать это на скорость, собирать это постоянно. Это простенькая головоломка. Наверное, даже сделаю по ней обучающее видео, какое-нибудь сокращенное для тех, кто не умеет собирать 3×3. Когда-нибудь. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.